Кстати, все-таки микромоменты. У нас так человек на прошлом году хребет отдал мутику, и комбат, блядь, заныл, написал на него кляузу, и человека через 15 минут забанили. Там шмотка была с хостой, а хоста, типа, чел на мутика собрался в КБ. Все. Подожди, подожди, пока по ССу, сейчас последний придет Рошам, и будем начинать. Смотри, если хочешь шмот с духом ролить, просто пишешь себе, что ты ролишь на там холи пристайле, на ДЦ, или понял, и все. Но на ШП ты уже не ролишь шмот. Угу, да, да. А то было бы нечестно нахуй то и то забирать. Ну, шмот, блядь, при том, ребят, что за ебаный стыд? Что за детский сад? Это, блядь, понятно давно и общепринято. Дух? ДЦ, грубо говоря. ШП, ты РДДшник, ты забираешь шмот, который идет с СПД, с хостой, с критом. Да. Нахуй тебе этот дух не нужен, потому что он хочет другому человеку. Да хуя шмота ебаного с духом на кастер, потому что нету нормального шмота. Ты за да, блядь, ну ты видишь, ну я хуй, зачем вот этим усолить хуй, не пускай убьет. Это цирк, если человек не понимает, то он либо дурачок, либо прикидывается. Согласен. Ну типа, все, блядь, это понимают. То есть это обычное понимание ролла на свой спин. И оно отсутствует. А ты в Т9 ходишь? Такой вопрос. ШПшник. Или в Т4? Ну, Т4, по-моему. Т9 тело для ретрика с РПБшной идет. Тебе грудак, ШПшник, идет крафтовый. Одеяние Мерлина называется. У меня есть рецепт. Сферы купишь, я тебе сделаю. Угу. Ой, сделай мне, пожалуйста. После рейда я дам тебе регекс, сделаешь мне? Да. ШП, если не хочешь идти, мы заменим, сразу говорю. Три сам. У нас есть кем заменить. То есть ты понимаешь, с чем мы столкнулись? То есть основная масса практически... Если никому не нужно будет, если никому не нужно, сможешь ролить. Если нет, не сможешь. Ты нахила ролит, у тебя бисовый ШПшник, что ты дрочишься-то, блядь? Здесь есть квас. ДЦ-шник, Мирус, вот, допустим. Ему нужна духовая шмотка. Тебе тут нихуя не надо, роль на хила и все, прист. Че ты дрочишься-то, блядь? Напиши на хила. Женя, скибиди, ты здесь? Женя, скибиди. Нету неро в парку, что ли? Блядь. Да ёба, блядь. А, также еще просьба на... Кто-то запустил. Ледяном рю... вы что, блядь, угораете или что? Выходите, просто выходите, и все. Я выходи. Скажи, Женю надо кикать и спать. Блядь. Да Женя, короче, это... Он сказал, что мамку пойдет сейчас встретиться. Он валил здесь. Слышите, а КД не словится одна попытка? Может быстро распуститься? Да просто выйди с рейда и все, он не запустится, босс. Просто с рейда выйди. Там кто-то АФК останется, может он КД словится. Я Женю кликнул. У Жени КД словится. Еще КД. Один шаман там внутри стоит. Видишь, фишка в том, что КД может у него словиться. На колада там стоит. Блять, ну вот нахуя это делать? Кто это сделал? Сразу можно кикать с рейда его. Пидор какой-то сделал. Это был ШП, видишь, пишет. Ну, типа... Нахуя ты это сделал? Не ШП. Это не ШП. Пока вы разберетесь, я сейчас там одну... Да я сама накипил. Во-первых, короче, не крипишуйте. Ну выходите и все. Словите КД, поебать вообще. Типа, пойдем этой пачкой. Завтра сброс. Это на праздник. Да. Все, пиноколада умер уже. Типа, нету ФКшить, блядь. Бля, чё КД, вы все равно 50 на 50 не закроете, ну, чё? Ну так-то да. Я тоже не могу понять, чё вы в панику вообще. Да это я что-то, блядь. А, мясо подгорел. Это не вышло, я его кикнул, потому что он был АФК. Он заруинил. Заебись, нормально. Сука, плащи заруинил, негодяй, блядь. Чё? Прикинь, блядь, плащи заруинили. 272-е, блядь, челики донатят их. А я хуй знаю, я не вижу. Блядь. Никакого вообще никакого. Вот соло совсем, блядь.
Я тоже не вижу смысла в донате. Блин. Отойдите все от моба. Будем, если кто видит, кто запулит. Все отойдите влево, вправо. Да, сможешь. Шаман, блядь, сейчас запустит, смотри, блядь. У него в таргете другой персонаж. Так, еще раз. То, что я хотел сказать по поводу ледяного рева. Когда появляется ледяной рев, то тему на всякий случай выбирайте. Когда он разбегается, именно тему выбирайте и уберите ханты петов. Пета, то, что было, что багалось. И также магии копии не призывайте. Ну, блин, где он там? А он не говорил, сколько ему по времени? Ну, линолеум поднять, что? Придавил его там по дороге. Ну, жизнь там вагон будет. Линолеума приехал, блядь. Сбегаю пока покурю, мне буквально минуты две надо. Давай. Я в 13:50 уже буду тут как штык. Бать, у нас ханты напуливают люто. На меня добав. До сих пор вайпаетесь. Вот ты чё хотел? Ну, локал получает такие тычки заебатые. Раз. Бразилец. Ага. Да вы прям сразу-то не сбиваете, чё. Да ебать, чё я стою, блядь, как будто в луже какой-то, всё лок. Оба. Ебать, милики. Тихо, блядь. Ну, оба умерли. Не вижу тебя. Тару быстрее ломайте. Ну, БР есть. Монте. Блядь. Не, не успел. Опять умирают милики, кто-то не выносит. Я убежала. Дебаф. Ну, ты посмотри, кто. Но я поздно выбежала. Всем синтричка, Катюха, надо мазал. Даже мне успело въебать, пока я бежала. Там метка, увы. Там не идет это... ДБМ не пишет время, когда он кинет дебаф. Не обращаю внимания, стой. Я хит. Тоже не обратил внимания. Ну, я не знаю, блядь, что делать. Хуйня. Просто нужно быстро убегать миликом. Тут ничего с ним не сделаешь. Один тик мы терпим. Два рвет. По факту. Еще если повезет, если у меня цепнуха прокнет. Заебал. Валер, ты не стой прям возле печеньки, пожалуйста, потому что мы пробегаем из-за диванчика. Я вообще не возле печеньки. Да, да не обязательно в печеньку выносить, просто съебаться из рейда. Женька поставил печеньку. Печеньки этот... обязательно, потому что никто не стоит рядом с печенькой. Я сразу объяснил всем, не стой я рядом с печенькой. Я поставил тотем, и я не стоял вообще возле печеньки. Я стоял, вот, грубо говоря, вот где... Ну да, как тебя задамажило? Я побежала на печеньку. Я... Подожди, блядь, угу. Я потерялся. Я говорю, поставил тотемы возле печеньки, чтобы в случае чего, если эта хуйня туда срабатывала. И я вообще отошел, получается, где должен бить аркан, и даже дальше. Чего? Где он аркана должен держать, я стоял там, если даже не дальше. Нам этого вот электрического в другой стороне надо держать. Зеркально. Почему? Потому что он не успевает его ставить. И босс в итоге все. Да, это не ставит. Важно, где его ставят. Это не от танка зависит, как ставят, а от ДДшников, как они разбегутся. Там по факту, да, похеру. Его ставить нужно именно в центре, потому что, ну, от центра можно больше раньше набрать, вокруг именно распределиться. Если он поставит куда-то, то мы конусом только распределяемся, не вокруг. Просто милики, видите, что получаете урон, прожимаете сейвы, съебываете. Если можете съебать на спидах, съебываете на спидах. На танк не кидается эта хуйня, да? Как я понял, да. Не могу быть уверен. Не могу сказать уверенно. Тут у нас, короче, весело, нахуй. Собираем сейвыка, нахуй, пугов добирают. Какой-то ебаный долбоеб запускает гармока, нахуй. Весь элит выбегает уже второй раз из инста, блять. ШПшник пишет, я хочу ролить грудак с хастой и с духом на ШП, нахуй. Когда у него грудак Т9 стоит с духом и критом, блядь. Я говорю, долбоёб, блядь, скрафти себе одеяние Мерлина, нахуй. Тут я хочу, блядь, а ему говорят, консул лут, нахуй. Тут вот, если с духом будешь ролить, ты только на хила будешь ролить, блядь. Ну как консул, типа... А чему там эта история, вот честно? Чё-чё? Я не понимаю историю. История, блядь, ШПшник ливнул с рейда, идите нахуй, говорит, с консул лутом. И какой-то долбоёб запускает босса, блядь. Просто так.
Ебанутый, сука. Ну что в голове у людей? Мы смотрителя бьем. Да я вижу. У нас в рейде был чел, который рыбу протыкивал. Ну это еще... Сука, я бы таких людей просто пиздил. Рыбу он протыкивает, сука. Чтобы он, блядь, руку ему сломать, нахуй. Чтобы он в гипсе сидел, нахуй. Носом на клавиатуру тыкал. Осуждаешь, затыкивать рыбу или ломать людям руки? Осуждаю. Релом на час. Вот так они и тыкают. Это прикинь, как тыкают. Это что в голове у людей, блядь? Просто, блядь, детский сад. Долбоёбы. Согласен. Минус рыба. Женя. Да это я. Ой, блядь. Все бы еще так позитивно относились, а то бывает, блядь, начнется этот негатив постоянный, блядь. Могу еще одну затыкать поставить, блядь. Ну-ка, поставь. Да что, если Монки не поет, то затыкаешь? Да это не я затыкал, что вы, блядь, разнялись. Так слышно же это, блядь, активация. Ну и что, блядь? Это же он специально. Ты хочешь сказать, ты так набухивался быстро, блядь? Конечно. А что если была бы какой-то дебаф нахуй на передозировку нахуй? Типа если ты тыкаешь, КД бы не было, короче, вот этого ГКД на бухло, и ты бы тыкал лишние, короче, разы нахуй, и набухивался, и славливал бы дебаф нахуй, интоксикацию какую-нибудь. Не, лучше как это, как то же самое, как с алкоголем перебарщишь, и рвота начинается. Ну рвота, и ты, короче... Давайте быстрее уже. Себя бы дамажил. Всем херней страдаем какой-то. Ну, а кто рыбу затыкивали? Кто релогал? Все уже? Монки. Я не понимаю, Монки ничего не говорит. Он сказал, как? Релогается. Я понимаю, что он сказал, что релогается. Как Джеки Чан в «Пьяном мастере», видели, да? Пузырек такой в конце выпускал изо рта. Даю отчет, поехал. У меня уже тоже начинает потихо пригорать, что я просто милики выбежать не могу. А чё? А, ты водишь, забыл. Я уже забыл, что у нас поясен, блядь. Да повесь на него дотки, чё? У меня ману не хочу садить. Стрелы ебашь. Всё, блядь, ты доволен? Да. Поэтому. Притона пока не смоньте. Я уже нажал смон его. Вы чё, вы там уже вайпнули, что ли? Да, блядь. Удачно. Да пуля от босса. Хотели, блядь, короче... Сделать красиво, но не получилось. Все нормально, не слабо. Я не напрягался, вообще похуй. Дань, не принимай пока КД. Хорошо? Ага, я сейчас все понял. Дань. Значит, ты в дичи. Да, думаю, если даже примет КД, то в Гримаре. В Гримаре. Сокер. Бля. Все, Вадим, прыгай обратно. Куда? 48. Все, давайте. Потому что два запустили два раза кто-то. Не, у нас какие-то Киева сюда. А давайте шевелиться, да, фласки вот тикают. Так, они есть? У кого, короче, из подобанка БКшнику? Да, есть. Кому продать? Них. О, вот, у меня прыгает жирная типа. Да, это плохо слышно. Кинь на магах у страхов обмен. Вот, я вышел из рейда, просто маг возле элементаля стоит. На сову обмен кинь, вон она прыгает. Иду, я уже нашел. Сейчас даем ребаф заново весь. Готовность на пол. Спасибо вам большое. Так, рыба. Выпусти рыбу. Сейчас ДЦСник зайдет. Он на пулу. Первый будет танчить пиноколада, в него напуливайте. Кислотный будет танчить ГДМ. Когда выйдет два червяка в ГДМ на пул.
Роги можете между собой обмениваться на пломе. Ханты сразу отдают в ГДМ. Кушайте рыбу, когда выйдут червяки именно. Лапа не на всех персонажах есть. Лапа куда перекинь, а теперь на всех. Этот, маги, дайте столик, пожалуйста, блядь, прослакал. Тыкайте, возле рыбы стою. Угу. Кушайте на здоровье. Спасибо. Мирус, ПС-ку там, если что, в костерку его закидывай. Не, я в апосте, я по мане не сижусь. А, я в апосте в этом окей, правильно. Тогда Алина Малина, или как там правильно, ему закидывай. Потом, если мне аркан понадобится, я буду посчитать. Чего хотите? Да. Так, готовность на пол. Все готовы. Я где стою, с какой стороны? Ты стоишь... Так, слева буревестник, Мирус, биполярка, Скибиди справа. Хорошо. Чупа, чего не хватает? Миска. Буревестник справа стоит. Так, у них хаста есть. Да, чего не хватает? Сука, ну вы заебали их как. Ну, на ФК. Убирай на ФК. Так, ТСС кинь Капалу, биполярку. Миста. Да ты не дождешься, но он на балконе там опускает 100%. Сучара, блядь. Не делится. Молчит, сидит там. Он уже такой же, блядь, интересный. Ушел и все. Ушел в себя называть. Я скоро буду. Он там спать хотел, может уснул. Пока опускал, да? Ну, он говорит, ночью пришел, сказал. Может быть, это... Ебать, уже хочу отпиздить этого дракона, блядь. Ауф, ебать. Вот это проблема всегда, вот этих LFA рейдов, типа неполных составов, то, что, блядь, ждем всегда. Пока собрались, уже, блядь, час прошел, да. Так это собрали рейд-то быстро, пока с кассами. А чё, мы в центре будем танчить, да? Да, вы будете в центре танчить, по 4 стака танчите. Эндердешники, которые заносят гоблина, вы можете, кстати, кастовать под боссом, но 6 секунд до удара топайте каст. И тотемы на агилу уберите, если они не вкачаны. Если вкачаны, тогда ДК терпи. Миста, ты здесь, Чупа? Чупа, блядь, сукин сын. Бери лока и фонарь. Ай, блядь. Сейчас не везет. Он говорил, что может уснуть. Он в Каражане сказал. Ты лужи ловил и сдыхал там. Приговор выпадет. Бери его лока и подплесь. Там где этот патрон или кто там был? Патрон. Бой мой. Патрон. Дилиса, блядь. Миша, не пахни, ты здесь. Да, говорю, бери, и все. Зачем кричать? Придет, не придет. Блядь, ну он тоже ждал, тоже некрасиво будет. Короче, ждем до 5 минут. Некрасиво ходить без предупреждения. Это тоже. Я целиком полностью согласен, надо уже делать рокировку. Некрасиво типа людей задерживать просто. Когда есть возможность не задерживать. Сейчас ждем пару. Я бы себя не ждал бы нахуй, его честно скажу. Бля, да берите ёбану тотем эти, ну. Найди чей тотем и доебись до него. На этот, вот этот тем, сука. Шамана того. С 2 МК и мы друг другу бросили. Тотем гнева воздуха, тотем Скибиди. Сука, зачем ты его тут поставил? Гнева воздуха нормально, только по центру Жень поставил. А, ну вот, и сдал. Нашли до чего доебаться. Да гнева воздуха это нормально, это кастерский тотем.
Давай тут доебемся. А нахуя второй тотем ледяного воздуха, шаман? Одного хватает. Там зирал. Короче, ладно, Миша, ты здесь? Да не здесь он, бля, был бы он здесь, он уже там это говорил. Да тут, да ты кикни, еще минуты вылетать, он с инста будет. Сейчас, может, за минуту дойдется кто-то. Даня, Даня, давай еще раз принимай пати. Еще чуть дальше. Потом приговоры. Притон, патроном, блядь. При переговоры можно. Что выпал, блядь. Чтобы он понял, что потерял. Даня. Ты тут? Саня, который с отцом. Спам в ЛФГ. 1ДД, 1РДД, да и все, блядь. Что это? Да он здесь, сейчас. Вот тоже, блядь. Он здесь или как Чупова? Да. Он с собой мы выпал просто. Саня, я тебе скажу одно. Это не с твоих, скажем, как бы, блядь, правильно сказать. Как это слово? Интересно. Интересно, блядь. Не с твоих интересов, да, блядь, сидеть вот так, как за второго, блядь. Просто нет, пошел нахуй, нет, пошел нахуй, все. Даня, ты здесь? Или просто пошел нахуй? О, видимо, там. Да, заебал. Блять, Сань, тихо. Combat Rock 38. Все, бери, пошли. Типа вот можно свои эмоции без кнопки Discord оставлять. И это, ну, Discord накиньте сразу же. Сори, братан. Она прикольная, если сейчас. Если сейчас проснется еще этот Джексон и вернется, это будет вообще абсурд. Свобода слова. А ему дайте этот, как он называется? Не, если он примет КД, то ладно, если не примет, то... Лут, лут, правило лута. Потому что примет КД, блядь. И ливнет. Шаманы, уберите тотем, блядь, если он не вкачан. Ау, товарищи, блядь. Да забей хуй, блядь. На Агилу, у вас спросили, сколько времени, это, блядь... Дайте единственное. Да это ебаный этот шаман, ему в личку писал, нахуй, он стоит, он ФКшит, а нет, бегает, он троит, значит, нахуй. Ты Евгений? Чё там разница в 20 сил, блядь, всё, забей. Который Окси вот это, да, или чё? Да всё, 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 фул, блядь, давайте рот закрыть, да, всё. О, мама, блядь. Бит зайдёт, будем начинать. Кто знает Каноба? А у него тотем прокачан или что, я не понял, что он сделал? Да все похер на этот тотем, блядь, типа... Да, да нет, прокачан, просто он стоит, блядь, и сбивает горн, нахуй. Так влево шагнул, из тебя горн слетел и тотем слетел, нахуй. Да дурачок тебе. Не хватает. Таман, что тебе не хватает? Он лофнулся. Кто-то лофнулся. Минус два. Ой, блядь, как же вы заебали. Сейчас Чупой вернется. Короче, давай меняем нахуй этого шамана. Надо изначально было понять, когда Саня принял решение. ДК будет, не будет? Написал что-то? Саня, пиши в ЛФГ спам ДГРА людей. Но это уже просто не смешно. Он клоун какой-то ебаный, да, этот шаман по-любому? Он перелог сделал, блядь, чего вы сразу спешите, блядь? Этот второй будет? Пиши ну, только, когда логаться будет. Ну, как умственный. Запустил. Ну, понимаешь, ну он не пишет, не сообщает, ну, типа, мысли, типа... Он троллит нас. Надо быть... Бля, вы заебали, чего вы спешите, нахуй? Это он шаман, нахуй, запустил. Это он запускал, нахуй, он над нами смеется, нахуй. Он сейчас запустил. Ты, блядь, спешите кикать, нахуй. Ну если ему дети говорят, убери тотем гребаный, потому что шамовский горн, чи ДКшт горн перебивает, он его не может убрать. Если ты ему будешь что-то вроде говорить, он же ему тоже так не допрет. Да, он запускает, блядь, просто КД, типа, я не понимаю, зачем он тебе нужен? Словил КД, ну, типа, неадекватный, пошел нахуй, все, на этом точка.
Да. Просто почему, блядь, баллон, мы просто бегаем, время тратим. 24 человека страдают из одного идиота, блядь. Чё, блядь, нормально? Он себе там сидит, ха-ха, ловит, так довольный, не знаю, там, школьник или, блядь, 30-летний школьник, я хуй его знает. Долбоёб. Ну, поиначе не скажешь. Был, говорил бы он в Дисе, сука, да я бы ему пизды бы дал. Дело не... Из колонки такой кулак выглядит, ебало, да? Ну да. Не, вопрос, ты бы дал пизды или пизделей? Потому что это два раза значения. Все в комплекте, нахуй. Че, зачем это было? Бека, что-то написал, будет он, не будет, может, его тоже надо кликнуть. Подожди, все, рот закройте, блядь. Короче, мне написало два человека, ШП и код 4Т4. Ну, вот. Забирай меня, это в ДК тоже, все, ДД пошли. Заходите. Нет, ДК не добирай, потому что у меня два человека должны идти. Я говорю, ДК меняй, вот есть, вот который офнут. Да. Я не говорю, добирай. Все. Вон челик пишет, даже знает, на мада кикать, и он ливер. Просто офнулся, пацан. А это тот, кстати, ДК, да, который... Да, на ВК десятки, 50-50. И съебался. Ни хер не знаю, зачем набирать людей, которые с плохой репутацией. Ну, типа... ну не все же всех знают. Ну, забирай их, кого там уже и все в пизду. Саня, ты зря говоришь, вот честно. Вот. Что, нахуя вы сразу, блядь, кикаете? Да просто уже было понятно, что это долбоёб и все. Да, чуваку говорят, сиди с тотем, убери с земли. Если он не может даже просто тотем убрать, это бесполезно. Намада, кикай намада. Я добрал мурчание. А прикинь, те, которых мы сейчас добираем, это те же челики, только на других персах, вы? Ой, бля. Ну хули. Ну все, я думал, в инст можно заходить, нет? Да, можно. Дай им диск, пожалуйста. Блять. Егор, заходи. Заходи, да, да. В инст. Пока смотрите, я отойду в корону быстро. Блять, не надо. Нихуя! Блять, вот не надо. Ебаня. Сейчас я курить начну с такими рейдами, я тебе говорю. Блять, вообще, это какой-то абсурд там. Простите. А что мне за почту? Жень, что ты мне на почту отправлял? Евгений. Да, эти. А поставьте, блядь. 1300 там. Да боже, ну что он там принимает, хмон или нет, блядь? С отцом. А, Андрюха ими не пользуется. Че? Поставь в почтовый ящик, пожалуйста. Че? Спасибо. А так у меня таких тоже, блядь. Ну, слушай, мне не, никуда не нужно. Не, я понял, спасибо. Давайте по урибафу будем начинать. Мурчание с ними, вы в диске? Засоните, если в диске. Ничего не Чупа реально уснул. Отошел. Не-не-не, я здесь. Я здесь. Ну, скажем честно. Ты проебал момент, короче, вот здесь все. Какой нахуй момент, блядь? Клей, блядь. Пиздец, блядь. Чё случилось? Скажу на пошли, блядь. Чё случилось-то? Я не в пати, блядь, вот что случилось. А кто?
Да сейчас кто-то ливнет, подождите. Зайдите этих вниз. Ну, там зашел Сими или кто? Мурчание, вроде кто-то заходил. А Черик какой-то говорил, что не в пати, он с гильдии. Вы здесь, Сими, Мурчание. Мурчание будет слева от босса стоять на первой фазе, на первом боссе. Потом на второй фазе набираешь рэнджу, когда черви влазят. Готовность. Короче, я все, да? Миша, я тебя ждал 15 минут. Я сижу, вас так, слушаю, блядь. А ты кто, ты кто? Я тебя звал сколько раз, блядь. Миша, ты нихуя не отвечал. Мы тебя все звали, слышишь? Негодяй, блядь. Да, ну все, тогда вот линия базара ноль. Значит, у меня пробельчик. Может, у тебя звук был отключен? Я не знаю. Я вот, ну, остальное я все слышал. Я вот сидел в комнате, блядь, и слушал. Да тут звали, блин, просто АФК был. Не, базара ноль. Да не, я видео пишу, типа потом посмотреть можно. Я как бы, ну, блядь. Базара ноль, я ничего не говорю. Значит, ну, блядь, значит, меня отрубило, блядь, видишь, вот просто флешбэк и все, блядь, 3 минуты, нахуй. Ладно, все, милишники, милишники сразу под босса, дайте танкам поставить по 400 копинок, а лада первый танчик. РДшники, наберите рожу по 2 человека, не стойте в одном месте. Появляется какой-нибудь навек, но выбегайте. Бурсты больше чем 2 минуты и не тратите на первого босса. Гоблина сразу под пузо заносите. Смотрите аккуратно, милики, сейчас лужу кинет, может в мили-зону кинуть. Ну, хорошо, можете бить. Горишь, блядь, стоишь. Полетел, кто-то выбежал. Хорошо. Появился гоблин, личность по гоблину. Занесли его под босса для начала, личность по нему. Под пузо. Кто может, стань. Долго сноситесь на ульте, ребят, очень долго играете по ним. Больше по гоблину больше урона. Второму заиграем. Душевно, блядь. Все, гоблин появился. В свою сторону. Занесли под босса гоблина. РДДшники. Крипи на Калата только зеленку не прожимает, то на втором боссе. Ну что, снимет с себя дебаф огненный. На фазе разморозки, то есть пока 2 червяка живы вначале, не нажимает, потом уже может нажимать. Добили босса. Прист, Мирус, закастуй гимн на ману. И Инар по Жене, по скибиде, Андрюха, скин. Жень, Боб, Ольга. Не, Боб, Егор. ДКшник тоже Боб, сними. Подведи к кресту вначале. Сдали первую, играем по... Все, уводи ДКшник. Играем по кислотной. То сейчас лужу кинь. И у нас кранжу наберите РДДшники, чтобы у него всех сразу налетело. Прибегать, размораживаться в луну, если что. Кого на кого летит дебаф, бежит в луну сразу. А Лока. Хорошо, отлично. Лок единственный. В луну подбеги. Бурстим. Смотри, лужу только не подлеть. Смотри, пиноколада, там лужа, через лужу не беги. Все милики.
Подводи разморозь меликов. Да там не мелики, там кастеры. Камушки есть. Агро, 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 печеньку, агро заберите. Агро забирай. Дамбер. А, встал. Веди по направлению к этому. Мердесники уже набрали ренжу, мелики пошли бить огненно. Вместе мы бежите. Одна часть меликов с одной стороны, другая через РДшников тоже не бегите. Я, блин, и скоро будет дебаф. Пошел, приблок пришел. Разбежались. Здесь какая-то сука, не мне рядом, я подпишу. А, не говорите все сразу, о, пожалуйста, дайте одному слово, пусть руководит. Войд бабу прожмешь, хорошо. Да все нахуй, блядь, сидите от меня подальше, пожалуйста. Милики, по сторонам разбегите. Женя, во-первых, блядь, говори, ну, типа, от кого скрибеди, тебе не все знают, нахуй. Смотри, заведи, веди сервяка к щиту Альянса, к воротам ближе. Никто под лицом не стоит, все от лица отбежали. Все РДДшники, кто под лицом стоит. Ладно, будем щит Альянса отлетать. Нормально, держи здесь. Все нормально, только отверни во время плевка. Под лицом никто не лезет, сбоку. Все сбоку бьют босса. Отводи лужу. Отлично, будем улетать в щит Альянса. Сейчас все, если что. Егор, забирай и веди прям под рёло. Близок к боссу подойдете все. Веди под... Не туда ведёшь, Егор. Ладно, хорошо. Всё. Будем... Перебежали на другую сторону, будем в щит Альянса отлетать. Куда он ведёт? Егор, Дмитрич, куда ты ведёшь? Да. Куда? Ближе я сказал в другую сторону, блядь. Я ж повёл туда правильно. Ну, я потом сказал, что... Идем в эту, близко подошли. Баста, блядь. Всё. Поместитесь все под Альянсом. Подойдите к боссу близко, все, максимально близко к боссу. Все, зашли под лицо. Дух стаи готовим. Супервара. Право-лево от него. Супервара, ебать вас в жопу. Разбил. Иступление, снимемся. Хан подъебал, он забежал, там направлено, блядь. Еще пока ничего страшного нет, все, давайте не худеть. Ближе к боссу подойдите, там кто-то для река кастит. Чтоб вас, если начнет дуть, смогли снять. Ближе, подбежали сразу же. Не кастим, подбегаем. Штики, хорошо. Готовьтесь, скоро сейчас все под лицо встать. Сейчас начнут отпрыгивать, встали ближе в одну точку все. Хорошо. Хан, бежит в Дедмарин, право-лево от него. Право-лево от Дедмарина. Прямо никто не бежит. Да вы рофлите. Да они бежат прямо на него, блядь. Ну я не понимаю, долбоёбы или чё? Зажимаешь кнопку лево либо право, и всё, нахуй. Смотришь на ебало босса, всё, больше ничего не надо. Колючие ебаные. Не смотрите, кто где находится, смотрите на ебаный босс, куда он бежит, просто лево-право побежали, все, на этом точка. Спокойно, я расскажу, вырезание есть. А ты выбирай сразу, а ты выбирайся. Но мага определенно, почти все вправо убегаете, тупо вправо, там пару человек только влево. Ура. Бурштейн можно прожать. Рит, который Мирус, если есть, гимн на ману закастуй. Хорошо. Близок к боссу подошли. Нихуя. В мага, кстати. Подошли, все в одну точку сместили. И на Каладу бежит. Почти все влево убегаете. Пару человек там только вправо. Ура. Думал, кто там уйдет. Дай Геру. Один шаман любой, дай Геру по Винтерскому. Да, я там скинги дам. Там почти сразу Берса будет. Бурстите как можете. Наблы готовь. Дикей, если что, можешь схватить ты и святой. А, блядь. А мы охлечим, да. Тихо, бейте его, нахуй, бейте. Бабл, жми бабл. А он через бабл пробил. Сейчас добьем, ебать. Меня через глыбу тоже перебило. Давай, сейчас добьем.
Да, миллион. С двумя врезаниями мы почти его убили. Ну, типа, ДПС более чем. Нормально. Главное не тупить нас. Давай, Егор, ебашь нахуй! Я не убил тебя. Это вот для считать, что врезалось. Все, уходите, ладно. Да, и сразу же поднялись и заново идем. Так, если СС откачился, СС на биполярку. Слабо, Чёрт, никто никогда не бежит в босса. Сразу отбегаете вправо и влево. Только в эти стороны. Вперед вообще не надо жать. Мурчание, если не понимаю, как в тебя врезалось, он не в тебя бежал, блин. Сам просто подбежал. Второй раз. Вот, и то же самое, что Рейхан. Второй раз он в пустоту врезался, я видел. Я тоже видел, он просто в воздух уперся. Вот эти ворота. Он убил Мурчание, он этого лока, у него как пристал. Первый раз умер Хав, второй раз приз. Да не, все, слышите, давайте, короче, вот эту хуйню сейчас отпустим, но если на этот раз уже кто-то что-то не поймет, но это уже искренне долбоёб, и на нем не нужно заострять внимание. Давайте, ну, типа, упали и по-быстрому начали. Все хорошо, короче, было, все отлично. Смотрите, я просто подчеркну, смотрите, начинается третья фаза, обезьяна, то бишь, сразу хам, ты убираешь питомца, лок, убираете питомцев, тотем убираете каждый раз, типа. Тут есть рандом, то, что он въебётся, не тупите, пожалуйста. Все, точно. Я так скажу, ребят, тотем убирайте, когда босс бежит в центр. Сразу убрали, все, все. Дальше. Это мы два раза проебали усиленный урон. То есть мы убиваем его вообще, как нехуй делать. Тут уже все, человеческий фактор. Все зависит от вас. Хотите убить, убьете. Нет, нахуй идите. Есть вероятность, что мне будет в какой-то момент нужно уйти, и тут ты меня подменишь. Если дождешься, то... Это ты мне? Да, это тебе. Хорошо. Да, да. Давай. Поэтому если не заснешь, то оставайся, то останься здесь. Тогда. Чтобы тебя звали реально минут 15. Я предлагал подождать. Ну, бля. Нет, секундочка произошла. Все, пул, тихо, бля. Все. Ладно, блин. Так, сейчас появится гоблин. Максимально быстро свечаемся в гоблина. Кто может станет, станет его. А где огонь, что он не кидает? О, выбежим. Гоблин появился. Занесли под босса. Бомба. Уклонили. Бомера у нас нет, да? Не, падаем, заходим в лужу, блядь, не знал, бомба в лужу, в миликов упала. Мелизон не ставьте, ну это тема, ничего вообще, типа, короче, не подходите в мелизон РДшникой. Без воблина, соответственно. Вышли, поставили рыбу сразу же, ребафнуть сразу же запулил. Максимально быстро. Слушайте рыбу. Это Андрей, где рыба пришла? Мы оба потом обсудим. Ну я... Тебе пришла, главное, она? Да, пришла. Хорошо. А то не покатался, не на другой ник сюда отправил. Центральная буква перепутал. Так, готовность на пол, там еще босс будет запускаться, если почти все, всех есть, то будем запускать. Все, ребахните там друида кулак ему, из ДК каску. Каску по магам. Каску по магам. Миленьки, сразу отойдите с центра, чтобы был свободен центр, чтобы вначале раскидал. Что может вначале кинуть огонь, следите там, если летит огонь в милишников, отбегите просто вправо-лево. Если откатился СС, если ничего страшного, если откатился СС, на биполярку залей. Ну, как откатится там. Не лезьте в мили-зону туда пока что, кроме танков, никто.
Плюс опять лужа миличников прилетит. Да, вы не даете в центр четко поставить. Тодики. Ладно, спокойно. Лужа прилетела, забежали. Хорошо. Сейчас будет гоблин. Гоблина занесли под босса. Буревестника прохильте. На уфологе. Не вставай сам, буревестник. Есть встать, если что. Встанешь, только когда огонь пропадет. Если есть. По гоблину больше урона. Нету. Ой, пулепал стоит, блядь, вот это ебашит. Он уже отдыхает, охренеть. Еще один гоблин появился по гоблину. Тихо, что фу. Паулика. Только надо хила будет поднимать. По-любому. Один гоблин появился, сыграли. Занесли, сыграли. Понял. Винтер Квина прохилься. Да не отбегайте далеко, чтобы вас хитили, смогли. Ни одного хила нет у нас. Мы так в 4 бьем, сейчас 3 хила тут. Добивайте босса. Мурчание закастуешь гимна мана. Сейчас, когда добьем босса. Боб по пинотовару. Пинаковадов сразу введи в крест, там пару секундочек подержи, все, кто может дотать, задотайте хорошенько. И поможете, в принципе, врываться. Все, дали Геру, сыграли по кислотной. На пулы все как бы надо было в Годдема. Води, води. Хорошо. Припоты там нажали, ребят. Мелики, осторожно, лужа близко. Приготовили сейчас харчок. Полетит. ДЦ. Полетели брызги. Нажми массакру бабл поводинчик. И этот... А, все ясно. Упал танк. Все, падайте, танк упал. А те два тела лежат, что их не резнули? Бой не спал там? Там вроде когда снобольда убиваешь, вроде спадают у некоторых, у кастеров. Спадают, да. Да, и миликов тоже спадают. Костерков заходишь? Заходишь? Костерков. Он выпустил дух, короче, охнулся. Из дискорда это вышел. Это мне звонила трубка, меня уже... Ты здесь? А? Костерков. Он уже, если что, в центре. Он уже прям, я думаю, он вылетел. А, перезагружает робот. Заебись уже здесь, кто отслеживает Дискорд, все отслеживает. Слышите, у меня просьба убедительная, ребят, смотрите. Когда босс выбегает, не нужно его ни хотать, вообще ничего делать. Вы, сука, заняли свои позиции? И держите нахуй, что-то, блин, лужа. А. Пускай типа... босс добежит ровно в центр, встанет, потом будете дамажить. Пожалуйста. Вы поймите, короче, первый босс это хуйня, типа, вообще, типа, ну. Самое главное убить змею быстро и все, типа, это основа этого, скажем, этих, блядь, зверей. И отбежать от обезьяны, все, это весь босс, грубо говоря, блядь, по факту. А тут такое так неудача от огня. Я не знаю, там Мишу у компании, нет, бери Мишу, да и все, короче. Вернется, вернется, не вернется, так не вернется, не пара. Миша, алло! Я. Алло, я тут.
О! Ну все, бери, короче, да нормально у всех ДПС, а что вы? Маликов хила и полетели нахуй, все. Так а что, кто-то уходит или что? Так роутер же маг перезагружает, что там или что? Ну. А, это маг. Я думал, ты силу вылетел, все, извините. Миша, спи дальше пока. Заебали, блядь. Мама. После каждого трая, Миша, блядь. Это боевой клич, короче, понял, для победы, нахуй. Смотри, Хапау, твоя задача продерживать в первую очередь выхиливать танков пиноклада ГД, на одном поддерживая частицу второго Филис. Твоя задача их не потерять. Пиноклада, пиноклада, пошли, твоя. Короче. Пиноклада, пошли за тобой, смотри, короче, просьба удивительная. Смотри, вот ты танчишь, берешь змею, пришел сюда, тут до пяти посчитал, подержал, блядь, пошел сюда, змею поставил, вот сюда, чтобы она здесь лужу спамила. Вот сейчас Сам сдвинулся в квадрат, сам сдвинулся чуть в квадрат и спокойно размножаешь. А то ты, блядь, за квадрат уводишь ее. И пока ты, блядь, добежишь до мини-зоны, они там все умирают. Это такой маленький. Блядь, опять ШВ прожал, да ёб вашу мать. Костерку, ну что ты там заходишь или что? А нахуй ты ШВ прожал? Я думаю, если он утром перезагружает, он мне ответит. Кнопки рядышком стоят, и я, блядь... Так ты переставишь, кнопку переставишь. Две минуты ждем, если не заходит, добираем рогу. Когда у тебя ладошка, ну, типа, понимаешь, я то голова, там особо кнопки не переставишь. Тогда, блядь. Я уже заебался, я заряжен был уже разъебать это все, а тут уже... Ну, скучно, понял? Само по себе получается. Но там есть такие панели справа, называются, две такие, блядь, полоски. Туда перекинешь его, блядь, оттуда не дотянешься точно. Спасибо большое за совет, я вам обязательно вас приду. Бля, я помню, как варом. Синдра, короче, 25 гир бьем, блядь. Весь рейд падает, блядь, остается ТПшник. Танк падает, блядь, я в фурике нажимаю ШВ, блядь, забираю босса. И мы добиваем 100 тысяч хп у босса, блядь, с ШП. А есть урон по кислотной? Чисто интересно. Натуре майский жук, я тоже бы послушал, посмотрел. Наебал. Костерку. Здесь, не здесь. Миха, ты... О, здесь зашел. Заходи быстрее, Костерку, тебя только ждем. Нахуй меня подъебываете. Это от души чисто. Ну вот так вот, блядь. Пока Пригу не выбил, лучше не АФКаш время. Кушаем рыбку. Все, ребят, мне надо было роутер перезагрузить срочно. Ну, давай, скорее. Не падайте на первом боссе, пожалуйста. Было пиздец, как можно на первом все сдохнуть. Лапу дайте. Дайте лапу, блядь. О, у кого огонь занят? Саня, ты? Майлик, кто из вас? Налет. Нажмешь там мастера урона огонь на первом боссе, тоже он откуда унится, чтобы не позгорали. Где-то, ну, процентов 15-20 снесем, нажмешь. Так, готовность на пол. Стопы нахуй, варлоки поставьте, да, пока будет бежать босс. Это Виполярчик, иди встань туда к Савес. Нет, здесь там. Без огурцов не прикольно. Пойдут в ряды серебряного.
Тебе намолок нету, что ли? Спасибо большое. Без огурцов. Без водочки, интересно. А, дешевые огурцы. Керочки. Что ж ты хотела ниже из унитаза? Дайте им босса поставить, потом врывайтесь. Пинаковада первый танчит, на полу в пинаковаду. Да ты, короче, не стесняйся, ты вот сюда забегай. Смотрите, скоро полетит, полетел огонь, выбежали. Выбежал, Винтеркул. Красавчик, не поднимайте его. Поднимите по хп мага, пожалуйста. Я две лужи хапанул. Дай Андрей БР по воку, пожалуйста. Вока сразу ребахните. Как ты заебешь? Женя, можешь под боссом кастить, я скажу, когда стоп кастит. Не вижу, слышу. Можешь кидать. Стопай, там на 6 секундах. Стопай. Там. Тут нет. Файли. На магия. Сбейте. Не, гоблин сбил. Гимн на ману надо будет очень срочно после... Да, сейчас. Мирус закастует гимн на ману. Мирус гимн на ману. Ну, Боб. Играйте пока жуткой. Чуть-чуть подержи. Свичнулись в кислотную. Дали Геру. Припоты там всякие, напулы, гаддема. Мы хантами подняли. Сами резону. Нормально, их бьем. Разморозить. РДДшники. Вар в углу там спрятан. Прожми мне айсбаунд. Вар в углу, вон он стоит. Успеешь. Угу, вылезли. Сразу забирайте босса. А биполярочку прокидывайте на фул. По кислотной играем. Держи ее пока чуть-чуть рядом. Все, уводись влево. РДДшники, держите уже рендж. Милики помогают все добивать. Скоро будет привод. Милики разбежались. Скоро будет храчок. Прожал, кто может снять, сняли. А, уже попадал. Не, уже все. Все, давайте. Зайдите в лужики. А, много людей упало. Мы потянем. Ну хули, на первом боссе вздыхают. Потом... Ну что вы подбегаете? Вадим, прыгни тоже в тела, пожалуйста. Давай. Который топ-ретрик? Ну, нормально он дамажит, нормально. Да, дело в том, что когда вас лужи лежат, ну, вы отбежали от первой лужи, вы сразу-то не стопаете, потому что он сразу несколько кидает подряд.
Нас один упал, убили на 14 секунд дольше. Купите рыбу сразу. Засуманьте, пожалуйста, я бы на секунду. Пикните на шкаф, засумоним, мы будем начинать. Внимательно, кого луч? Лерн, это хиль. Все, лучи выбегают с стороны по задней метке. Хилы побежали, похилили. Кобот, скинь ты себя баблом, я же сказал, можешь скинуть. Я нихуя не понимаю, что делать. Дамажишь. Все понятно, вообще все легко. Давай Геру. Геру. Ебать, красавчики нахуй. Вот насчет огня. То есть, что сейчас не так сделали? Когда вы полутали луч, вы должны сразу быстро пробежать чуть-чуть вперед. Ну, чтобы не вот здесь вот огонь разлился в упор к нам. Ебать. Что, тебя откусило, ебало? Да. А что, два хила, да, полутали? Нет, я не лутала. Ну, что не хватает? Влазным или как там? Рога. Важный, влажный, влажный, короче. Давай, как тебе? Важный. Рога. Комбо. Блядь, как же заебали поевкашить. Ну просто пиздец. Не говори. Починка. Сейчас отключился. Сейчас кто разбегаться не будет, тут босса будем давать минус кровь сразу. Тут сложно, ничего нет. Вправо-лево нажать. Вадим, то же самое, так же мастер аур нажмешь. Ну тогда вдвойне, не знаю, как они сдохли. Без огня выбежали, Винтер Квина прохильте. Лучше Винтер Квин не бей, если можешь. Просто бежи на этом боссе, только не стыхай. По гоблину сыграли. Смотри, немножко ренжу набери, вот. И беги прохил. На суперваре забили. Буревестник, скибиди, прохил. Гоблин, выбежал из огня. Долго стоишь, в общем. Набери ранжу от холи пауэра, блок. Под босса не подходи, а то будет доставать топот до тебя. По гоблину. Лока прохилься, на нем стайк пилься. На нем СС был или нет? Лок выбежал. Ну, долго выбегает, ну, хоть долго. Хан, ты можешь, блядь, не крутиться с... Вот, блядь, бегать туда-обратно, блядь, бегать. Забери босса. Еще один. Еще один появился, гоблин. Добивайте босса, мурчание даст гейм на ман, когда добьем. Заметьте, что Берни паладина? У тебя же нету. А, Сини, Сини, дай Бер. Дай Бер по паладину. И ребафу. Я забыл, что у нас кот еще появился. Чего? Ну, скорее, скорее. Ребаф его сразу. Ребафите паладина, Иннер по нему, сразу кот тоже залей.
дали Геру, сыграли по кислотам. Если харчует в миликов, ДКшка, нажимай фейсбаунд, ну тебе скажем, биполярочка, ты сейчас не нажимаешь, нажмет мои лики, если что. Здорово, сейчас харчок полетит. Вон, после откидки. Давай, прожми айсбаунд, нажми, Вадим. Тоже. В луну, в луну, в луну быстрее. Милики, подбегайте в луну. Да, меня откинуло, там розило. Так что и Мирус, иди на ману. Возле лужи два человека. Дим на ману. Все, забирайте боссов двух сразу. Огненную заберите, биполярочку стреляй, биполярочку прохильте на фол. Ты не ту пришел брать, детей. Окей, идите уже огненную бейте. Ренжу держите только. РДшники тоже держите ренжу между собой. 10 метров. Под лицом у кислотной никто не стоит. Мелики, скоро будет харчок, приготовьтесь. Гаддема нужно будет разморозить, кто-нибудь один потом подбежит. Я сам. Качок пошел. Два биполярочка. Биполярочка. Череп. Биполярочка, к центру подбеги чуть-чуть. По-братски. Подойдите, вон Гаддема. Лево, еще вот. Вот зеленый стоит. О, спасибо. Все, держите сейчас возле ворот. Босса. Мирус, если есть гимноману, закастуй. Или мурчание. Под лицом никто не стоит у босса. Стоит, сбьете сбоку. Под лицом и сбоку. И сзади никто не бьет босса, потому что вы уже появится, будет уже бить. Сбоку бьете. Сейчас кто поведет, отойдите, блядь. Сейчас повезет квадрат, подойдите, хули вы стоите, сейчас удебал. Панц. Отойдите, блядь! Молодец, косак. Егор, прям сюда заводи, ледяного тоже. Забирай его, прям в этого босса ставь. Лужа. Улетать будем по рты. По рты, смотрите в лужу, аккуратно. Вар, только не вставай, вар, не вставай. Вы подойдите близко к боссу все, чтобы если можно было разморозить. Добить нужно будет огненную. РДшники добьют огненную. РДшники добьют огненную. Скорее, допустили. Смотрите, чтобы ворота никто не отлетел. Подбегите, чтобы все торды улетали. Если да, ворота полетело. На колоду прожмись, ага. Да как то станет прожмусь. Нормально, зато врезался, добили. Куда бить? Вар, вставай, вар, вставай. Все, нормально, Егор, танчик, соло. Сейчас будем ближе к все торды сместить все. И подойдите к ледяному, все близко подойдите, чтобы у вас можно было пройти движение, если вся дуть начнет пиздать явно. Супервара, забафайте сразу. Ребаф супервара и на следующее врезание по нему Геру дадите. Ближе к боссу подошли. Сразу. Велики, бейте в стене прямо, чтобы вас не откидывало. Подошли, под лицо подошли, чтобы все в одну точку улетали. Смотрите петов и разбегайтесь, буревечника бежит. Там почти все бегут влево. Чуть-чуть людей вправо, буквально пару. Все, хорошо. Дали Геру по супервару. Бурстим. Ближе к боссу, далеко от босса не стоим, чтобы можно было снять с вас. Это РДшников касается. Стенку жались милики. Сейчас все в одну точку сбегаемся. Скоро. Потихонечку уже. Все, сбежались в одну точку. Совсем. Хорошо. Бежит в никотина. Почти все влево убегайте, почти все. Там смотрите, пару человек вправо. Красавчик. Это кто был? Буревестник. Роман это был. Я посмотрел. Еще одно врезание. Выступление снимите ханты. Оно не снимается. Это снимается. А, ну да. Это снимается. Блядь. Еще одно врезание есть. Не затупите, пожалуйста, блять. Сосредоточьтесь, нахуй, и дупейте, как в последний раз. Еще одного нету у нас. Да, у нас и право на ошибку. Я вижу. Я вижу. Право. Я вижу. Все вправо.
тухострыку влево. Я, блин, там не все позвоню. Мурсите. Больше жмите, да. Таунчу босса. Перетаунтесь потом. Егор, перетаунти босса. Вадим, готовьте бабу. Егор, готов прожимку. Почему так сложно разбежаться? Так, кто там буревестник минус кроу утра у него влетело? Падайте сразу, вставайте. Добиваем. А хант аспект дает, нет? По-моему, дает. Да, надо. Так, смотрите еще раз. Смотрит босс на человека какого-то. Вот бежит вот. Вот от этого человека, которого бежит. Просто убежали. Либо в